Доброго понедельника, друзья. Недоброго мне, дорогие. Посмотрите, прелестный косяк американских тележурналистов. Они подготовили сюжет о черной дыре, о том, как звучит черная дыра, потому что НАСА записала этот звук. НАСА, это для тех, кто в танке, это типа аналог нашего Роскосмоса, то есть американское агентство, которое занимается всякими космическими делами. Итак, повторю. Значит, сюжет про то, как НАСА записало звучание черной дыры. И после склейки появляется Владимир Зеленский. Черная дыра. Ну, по-моему, прекрасно совершенно. So NASA is sharing the sound of a black hole, and it's kind of creating a buzz on social media. Apparently so. Take a listen. Добре відомі кожному на планеті. So that we could hear it, amplify ті, які... And that is what they came up with. One person compared it to, quote, billions of souls wailing in anguish. And sometimes when gas makes sounds, you are in anguish. Yes, you are. Especially if I hate this show. I'm just going to move on. I had another comment, but you know what? Don't do it. Don't do it. Don't do it.